Biggest fan, Donnie says, so you watch these $3 resident sleeper request and ignore my base $10 request and Putin's balance. It's bad, man. Oh, fuck. I don't know. I can't fucking keep track, alright? I said no more links and then I don't. Where is it? Putin's palace. Putin's palace. Putin's palace. Oh, I found it here. Sorry. World's largest bride. Largest. They say largest? Largest. I just saw. Like a brief news article about it, like just the headline about it. I didn't know what this was about. He said he was in his palace. English subs. For many years. Alright, now it's time to fight for him. Wow, what the fuck, dude? 88 million views, January 19th. Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще, когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его, только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. I would assume that you would release it when you were outside of Russia. In a safe haven. Now the balls on this guy. Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся, и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. И один из этих зрителей, самый преданный Владимир Путин. Вот он точно смотрит 54. Сейчас, и сердечко его сжимается от ностальгии. 54. У нас не просто расследование, а в каком-то смысле психологический портрет, что ли. Очень. Я обещал вам, что мы попадем в гости к Владимиру Путину. И мы попадем, несмотря на то, что нас туда никто не приглашал. Поможет нам один из важных подрядчиков на обустройстве дворца. Он сам был настолько ошеломлен и взбешен роскошеством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта. $1 billion? Здесь есть все, от рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток. То есть мы с вами в буквальном смысле увидим, на каких конкретно диванах сидит Владимир Путин, на каких кроватях лежит и за какими столами ест. Посмотрите, вот здесь есть цокольный этаж, здесь огромный бассейн, спа-зона, массажный кабинет, косметологический кабинет, какая-то спа-капсула. Сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Из бассейна можно попасть на улицу, в место, которое обозначено на плане как аква-дискотека. Я, честно говоря, не знал, что такое существует. Вот это место на плане, а вот его фотография. Что-то типа фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки. И поверьте, это еще не самый большой сюрприз, который ожидает нас на даче Путина. Здесь десятки подсобных помещений, без которых можно попасть на улицу, в место, которое обозначено на плане как... Wasn't that like a pool where you order in the pool? Я, честно, не знал, что такое существует. Вот это место на плане, а вот его фотография. Что-то типа фан... Like it's without water right now. I get that. Фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки. И поверьте, это еще не самый большой сюрприз, который ожидает нас на даче Путина. Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Комната для персонала, врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. И вот это хорошо. Склад грязи. 18 квадратных метров. Очевидно, что для комфортной жизни президенту Путину нужно много mud грязи. Warehouse. Но из более традиционного. I guess it's for mud baths, из которого можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб. Замечательно. А вот на первом этаже тренажерный зал с татами. Рядом куча интересных помещений типа читальни или музыкальной гостиной. А вы думаете, зря, что ли, Путин выучился играть на фортепиано? Нет, он планирует после тяжелого президентского дня, позаботившись о народе, прийти в музыкальную гостиную и что-нибудь сыграть для души. Совершенно справедливо сейчас вот возразить. Да ты сам выдумал это все. Нарисовал планы и показываешь нам. А Путин на следующей пресс-конференции заявит, как обычно. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. Поэтому перед экскурсией я должен все верифицировать и доказать вам подлинность этих документов.
Я уже говорил, что в 2011 году в интернете появилось несколько снимков интерьеров дворца, сделанных рабочими. Когда нам прислали эти планы, мы сами взяли их и начали сличать с имеющимися фотографиями, чтобы убедиться, что перед нами не фальшивка. Аквадискотеку я вам уже показывал. Вот фото, вот она на плане. Но это ладно, можно увидеть снаружи и перерисовать. Давайте поищем что-то внутри. Вот фотография явно из столовой. Здесь хорошо видно столы, стулья и серванты с вензелями. Мы без труда находим это помещение на плане. Это малый обеденный зал. Вглядываемся в указанное в плане название мебели. Тут написано «Четерио Атена». Small dining room. Это, как и все остальные поставщики мебели, говорит, эксклюзивный итальянский мебельный дом, продающий штучные товары строго под заказ. На гугле такой гарнитур невозможно, поэтому мы написали письмо на фабрику «Четерио» и просто попросили прислать нам каталог. И вуаля, комплект мебели в каталоге выглядит так. Стол, стулья, буфет. Все то же самое, что на фотографии. Like, еще раз, MTV Cribs walkthrough. Вот, например, фото рабочего рядом с тумбочкой. Видно узор на полу. Ищем такой же на наших планах и находим его в спальне. Смотрим, что это за комод. Вот фирма Pozzoli и артикул мебели. Заказываем каталог у этой фабрики. Опять же, супер эксклюзивный. У них даже на собственном сайте нет этой мебели. И снова успех. Right. Указанный в планах комод точно совпадает с комодом на фото. С этой итальянской мебелью вообще была смешная штука. Мы попросили нам прислать фотографии 20 или 30 предметов мебели, которые нашли на планах, и представители фабрики в какой-то момент сильно удивились и спросили, не мы ли заказывали у них точно такой же набор для строительства дворца на Черном море. Но мы сказали, что это да, это мы заказывали. А вот другая итальянская семейная мебельная фабрика в Путинском дворце, тоже очень много всего от них, они вообще на свой сайт выложили фотографии дворца Путина изнутри и видеоролик, где написано, что их клиенты заслуживают самых экстраординарных интерьеров. А потом, видимо, этих клиентов и показывают. Эти фабрики реально делают супер эксклюзивную мебель в настолько маленьком количестве, что они десятилетиями помнят всех своих покупателей. Цены соответствующие. Вот пара реальных предметов мебели из путинских интерьеров. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик, тоже за 2 миллиона. В коридорах... 2 million rubles, how much is that? $50. 30k euro, 22k euro. Okay, so around 20. A lot of people are saying between 20 to 25. Okay, let me think. Navalny is just another puppet for the West. Look at him molding at rich people. How convenient that the person sent to assassinate him would snitch on himself, Putin, and be interviewed. Poor people of Megalur. I mean, I don't even know who this guy is. Стоят диваны подешевле, видимо, для гостей. Вот, например, за 1.5 миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей. В общем, удостоверившись, что архитектурные планы наши абсолютно точны и достоверны, мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры. Там, где есть фото, реконструкция на 100% соответствует оригиналу. Но где нет фото, могут отличаться незначительные детали. Заходим в дворец главного входа. Владимир Путин мнит себя императором и ведет себя соответствующе. Итальянский архитектор построил ему дворец в итальянском стиле. Классическая палаццо. Внутренний двор с фонтаном в центре окружен галереями, как будто мы не под Геленджиком, а в Болонье или Флоренции. Из двора идем в читальню, так называется эта комната. Здесь мы убедимся, насколько наша реконструкция похожа на оригинал. Фотографии этой комнаты доступны в интернете, и мы сверяем. Вот смотрите, колонны, лепнина, люстры, фрески полностью на 100% совпадают. А вот золотые орлы. Их не может быть слишком много. Владимир Путин, читающий в этой комнате «Комсомольскую правду», должен помнить, он хозяин России. А вот здесь была сделана одна из самых известных фотографий внутри дворца. Беззаботный рабочий прилег на диванчик, на котором позже будет возлежать августейшее тело. Ему стоит быть поосторожнее, диванчик этот стоит дороже, чем его квартира. Покидаем читальню, нам еще много где надо побывать. Распахиваются двери справа, и мы оказываемся в шикарном мраморном фойе с баром. Такие обычно бывают перед входом в театр или концертный зал. И мы угадали.
Богатые люди ставят дома домашние кинотеатры, а президент России построил дома настоящий театр с огромной сценой, кулисами, гримерными и императорскими ложами. Я не шучу. Внутри дворца Путина полноценный театр. Зрительный зал двухэтажный. Три зрительские ложи внизу закрываются бархатными портьерами, если владельцу нужна более интимная обстановка. На втором этаже балконы с диванами. Здесь проявляется верность Владимира Путина традициям. Помните, в царской России помещики строили себе крепостные театры. Так вот, и у нашего президента есть такой. О его тяге к костюмированным вечеринкам и переодеваниям рассказала певица Ветлицкая еще в 2011 году. Вместе с другими артистами ее пригласили на закрытое выступление в резиденцию Путина на Валдае. И каково же было ее удивление, когда выступать пришлось перед Путиным и пятью его гостями, одетыми во фраки и костюмы екатерининских времен. Рассчитывались тогда с выступающими званиями народных артистов, дорогими часами, бриллиантами и самым ценным – иконой с личным автографом президента. А что написал на иконе Путин? С уважением, Владимир Путин. Пока простые россияне устраиваются поудобнее, чтобы насладиться капитал-шоу «Поле чудес», в театре Черноморского дворца гаснет свет, открывается занавес, и национальный лидер предается более изысканным удовольствием. К вопросу об изысканных удовольствиях. Знаете, чем увлекается наш президент? Никогда не поверите, но он обожает кальян. Идем туда, что на плане дома обозначено как «кальянная». И правда, выглядит это как лучшая, самая дорогая кальянная города Махачкалы. Диванчики, столики, приглушенный свет. Идеальная атмосфера, чтобы обсудить вопросы бюджета. Лежа среди мягких подушек, президентовы гости могут насладиться и шоу. Этот зал тоже оборудован небольшой сценой. И удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Мы даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Может быть, для новогодней елки? Может быть, для гигантской шаурмы, а может быть, для выступления в поддержку Конституции. Если так называемая кальянная вас удивила, то дальше вам понравится еще больше. Сергей Колесников в своем письме Медведеву рассказал, что внутри дворца есть казино. Но тогда на эти слова никто не обратил внимания, ну, потому что невозможно было себе представить, what? Что there's a casino inside his house. Wait. Построил казино. The house always приукрасил, но нет. It makes so much more sense now. Действительно существует. В проекте было предусмотрено казино. Но это казино не, извините меня, не для, так сказать, приглашения людей с улицы. Am I the only one who wouldn't like to live in a place like this? I'm more of a comfy lifestyle. Yes, we live good in the village. Nice huts. Oh, my God. Oh, my God. They're probably the only one. I mean, if someone came to you and offered you this for free, right? You would fucking live there, right? You would. Мы с вами... Or actually, you probably couldn't pay the taxes on it. You if you got this for free, you would go fucking bankrupt from the taxes on it. Заходим в личное казино Владимира Путина. Во всей остальной стране они запрещены, но здесь-то like можно normal house, два карточных you know, стола, you pay taxes конечно же, рулетка. Right? Любопытно только, на что они играют. Просто на деньги им точно не интересно. Скорее всего, на госкомпании. Так что теперь не удивляйтесь, что все национальные богатства страны принадлежат путинским друзьям. Вполне вероятно, он просто проиграл. Из казино через бильярдную мы попадаем в игровой зал. Первое, что нас впечатляет, оказывается, наш президент не чужд и простых развлечений. Он любит потанцевать. Здесь установлен танцевальный автомат с огромным экраном. Остальная часть комнаты заполнена игровыми автоматами для настоящего патриота с высотами Черноморский Лас-Вегас. Это помещение называется залом развлекательных игр, где однорукие бандиты стоят рядом с золоченными креслами по 700 тысяч рублей за штучку. А вот тут, наверное, самая любимая комната президента России. То место, где Путин всех переигрывает. Но тут нет ни глобусов, ни карт военных действий. Зато есть игрушечные гоночные машинки. Для его маленьких электрических друзей отведено специальное помещение размером с однокомнатную квартиру. Здесь, на специальном треке, главный геополитический стратег современности совершает удивительные трюки, обгоняет соперников на повороте и неизменно становится победителем большой гонки.
Немного смущаясь, но все-таки отправляемся на второй этаж, в святая святых, спальню верховного главнокомандующего президента России Владимира Владимировича Путина. Впрочем, слово «покое» было бы более уместно. Здесь все по лучшим аристократическим правилам. Не как у вас, открыл дверь и видишь кровать. Сначала первая гостиная, диваны, кресла. Здесь отдыхают перед отдыхом, видимо. И только отсюда можно попасть в будуар. Проникаем туда на цыпочку. Будуа императрицы повидал немало на своем веку. Шальная императрица, ну или в нашем случае шальной император, это именно те слова, которые приходят в голову, когда видишь это. Золото, бархат, балдахины, но при этом обязательный телевизор напротив, чтобы не пропустить важные... Но при этом обязательный телевизор напротив, чтобы не пропустить важные новости на Первом канале. Именно тут, в путинской спальне, около этого комода была сделана вот эта фотография. Не одни мы такие неделикатные. Из монаршей опочивальни можно попасть в еще одну, уже совсем приватную гостиную. Здесь, наверное, даже Сечин не бывал. И еще одна дверь, за ней гардероб, и уже через него можно попасть в ванную комнату, где вокруг джакузи стоят мраморные колонны. Не знаю, сколько вам квадратных метров нужно для сна, но в Геленджикском дворце под хозяйскую спальню отвели 260. И вроде настал момент, когда пора сказать. Мы показали вам дворец Путина, его спальню, казино, аквадискотеку и игрушечные машинки. Подписывайтесь на наш канал и распространяйте. Но штука в том, что на самом деле его владения на Черном море не ограничиваются лишь этим дворцовым комплексом. Путинский дворец – это гораздо больше, чем то, что мы видели и представляем себе. That's pretty sick. Pretty sick. $1 billion, you said, to build? I have heard of houses in the hundreds of millions, but a billion I never heard of. Holy shit. 1.5. Ugh. Okay. Alright. That's pretty nice. Forcing, I love the streams. But why the fuck did you have to change your stream schedule? I used to watch your streams in class and now I actually have to pay attention. School isn't fun anymore. Fuck! You should pay attention. So you can get a job. And throw more $10 bills at me. Tips. Experience it's not a tips question of being envious of what Putin has, well. So but what he steals. If you saw how poor Russians lie, then you would understand the madness that that means. A megalul, I guess. Of what he steals. If you saw how poor Russians live, then you understand the madness what that means. Yeah, yeah, yeah. I mean, it's common knowledge that China has... Sorry. that Russia has the biggest wealth gap in the world, right? I think they're still number one. That's why I mentioned China, because I wasn't sure about if China surpassed them, but I still think it's Russia. They have so much fucking oil, what do you call it, oil dudes, oil guys, I forget the word. Yeah. Oilers. Owls. Yeah, I mean, I'm not saying it's right. I'm just like, wow, look at this fucking building. That's what I'm saying. Like, doesn't matter if it's a crook or whoever. The building was a house. The palace, as a matter of fact, was impressive. But yeah, I don't feel... I don't feel good for the people in Russia. It's rough, probably.